В ремонте машинка. История тоже довольно интересная. Значит, ребенок катался, упал с нее, и ручка ударилась о землю. И вот здесь, видимо, порвались провода, ручка газа. Порвались провода, произошло какое-то замыкание, и все перестало работать. Отдали контроллер в ремонт, значит, в какую-то мастерскую, не знаю в какую. Там его починили. Сейчас я покажу, достану. Напаяли вот такую перемычку, вот столько припоя, и все закоротило, потому что просто припой искра ударила о корпус. То есть человек, который это делал, он, ну, в принципе, не понимал, что он делает, видимо, и все закоротило. Вот, клиент купил новый контроллер, новую ручку газа. И опять что-то у них не получилось. Опять мастерская не смогла все это, видимо, запустить, я так понимаю. И это все приехало к нам. И сейчас мы будем думать, как, почему это работает, почему это не работает, как это должно работать вообще. Значит, здесь смотрите, как интересно. То есть ручка газа, я уже ее открутил, ручка газа, чтобы газовать. Вот эта педалька, типа, если она нажата, то, соответственно, все время контроллер работает. Как только отжато, сразу контроллер останавливается. И отдельно владелец сделал гидравлические тормоза. Вот такой вот мощный гидравлический тормоз от скутера поставил вот сюда вот на машинку. Вот расскажу, еще там аккумулятор надо проверить, зарядку. Расскажу, получится, не получится. Разобрались с машинкой. Здесь были перепутаны просто провода. Не в той последовательности они подключены. Все подключили правильно. И сейчас вот включу переднюю скорость машинка. И надо обязательно нажать на педальку. Без педальки машинка не поедет. Опа, поехала. Соответственно, педальку, если я отпускаю, вот она не едет. Педальку нажимаю, ой-ой-ой, она едет. И, соответственно, назад. Переключаем ручку, нажимаем на педальку. Сейчас я ровно ее поставлю. Опа, тоже все у нас едет, короче. Так что починили, просто провода были неправильно разведены.